Приветики! Я опять с вами. Сегодня готовим суп фирмы Ели из семи бобов. Смотрите, вот такая пачка, 250 грамм здесь. Значит, что у нас входит? Фасоль, горох, томаты, чечевица, баклажаны, зелень, специи, травы, чеснок и лук. Ну, прям вообще вот для супа все прям как надо приготовлено. Но я хочу добавить мясо и вот полностью вот эту смесь. Если кто пробовал уже, поделитесь комментариями, как у вас получилось, вкусно, стоит ли такие еще смеси покупать или лучше наши борщи готовить. Жду от вас комментарии. Вроде тут рецепт простой такой. 1,5 часа готовить на 9 порций. Примерно 2,5 литра супа получается. Значит, экспериментируем. Итак, вода закипела, мясо отварилось, и сейчас я буду добавлять вот эту мексиканскую смесь. Варить ее 1,5 часа, час 30 минут на медленном огне. Там написано добавить немного соли по вкусу, я немножко соли добавила. Даже самое интересное, что получится. Значит, это все должно набухнуть, я так понимаю. И горох, и чечевица. Надо время установить. Вот по запаху, как бы вот эту смесь овощную, бобовую мешаю, да, мне нравится аромат ее, ну, добавлены такие, наверное, приправы. В принципе, так вот как-то необычно. По результату он должен вообще получиться темным, так как еще и томаты здесь добавлены. Посмотрим, мне вот самое интересно, вот такие супы. Вот такой вот он, прям бордовой консистенции. Можно было даже воды поменьше добавлять. Я попробовала суп. Получился такой необычный. А еще раз повторяюсь, на любителя. Кто любит бобы, чечевицу. Чем-то, знаете, напоминает азиатскую кухню. Что-то даже между китайской кухней. А здесь много приправ таких добавлено. Аромат такой приятный. Но в своем случае я добавила мяска, говядину. Ну, остальное на любителя. Ну, в принципе... В принципе, если что-то хотите такое нежирное, такое вот, как сказать, такое вот прям диетическое, то он вам подойдет.